Отец первый раз взял меня на первомайскую демонстрацию, когда мне исполнилось 4 года. Меня посадили на грузовик. Он был украшен флагами, цветами и какими-то плакатами. Там еще стояла большая картина, на которой был нарисован корабль, белый медведь и самолеты. Медведь был большой, а корабль и самолеты маленькими, и я боялся, что медведь их съест. Потом папа снял меня с грузовика, и мы пошли, как сказал дядя Федя, отмечать. Дядя Федя жил в нашей квартире и работал в какой-то типографии. Но на демонстрацию он потерялся и прибился к нам. Ребят, давайте я к вам прибьюсь, а? А то своих потерял, пошел, понимаешь. Ну, из двора вышел, а их уже нет. Да, конечно, пошли. Пошли, пошли, места всем хватит. Маша! Мы здесь! Иду, иду! А дяде Феде мои родители говорили, что хоть он и очень умный, но большой дурак, потому что много болтает. Ну что, Алексей Викторович, берешь меня с собой? А жена у него из бывших. Я никак не мог понять, говорили они это с сочувствием или с осуждением. На. Что надо сказать? Спасибо. Спасибо. А некоторые умные дети говорят, да еще. Федя, не балуй ребенка. А у меня больше все равно нет. Шоколадные. Спасибо. Ну, да, спасибо, не отделаешься. Товарищи, прошу, пожалуйста. Да. Идем, идем. А, тогда прошу приобщить к делу. Ого! Ого. Так, вы пока не даете. Ну, что делать? Одного стакана не хватает. Будем по очереди. Я сейчас достану. Федь, неудобно. Да ладно, чай, не буржуи тут живут. Че звонишь? Че надо? Я же говорил, не буржуи. Хозяева дома? Мы сами хозяева. Буржуев отель прошлый месяц выселили. Теперь мы тут живем. Муж у меня партийный работник. Ой, тогда не откажите страждущему пролетарию в стаканчике. А вернешь? Вот тебе крест, товарищ. Федя, а ты не боишься, сейчас выйдет ее муж и тебе вместо стакана фингал под глаз повесит? Да, ну нет ее мужа дома. Он с трибуны рукой машет. Смотри, не разбей. Как можно? С днем вас солидарности, товарищи. Оп. Володя. Товарищи, первый тост предлагаю выпить за спасение челюскинцев и за первых героев Советского Союза, летчиков Водопьянова, Лепедевского, Леоневского. Стоп, 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 всех не перечисляю, а то мы так никогда не выпьем. Ура! 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 Сразу, 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 щипаны. Так, а теперь предлагаю выпить за Володю. Он женится у нас. На Ольге! Неужели наконец уговорил? Беженцы помогли. Ну, как это? Ну, сейчас же везде в парадных замки понавесили и звонки к дворникам провели. Ну, чтобы беженцы из деревень по лестницам-то не ночевали. А что же все подъезды перезаколотили? Вот. А мы здесь в театр собрались с Ольгой. Спектакль-то поздно кончился. Ну, я ее провожать пошел. Звоним в ее парадную, а ихний дворник нам не открывает. Ну, как потом-то выяснили, что нажрался, жену из дома выгнал и застыл. Чего вы ржете-то? Мы час у дверей проторчали, а ночью-то холодно. Я сам чуть дубу не дал. А представляете, Ольга в одних чулочках. Ну, делать нечего, пошли ко мне. Я Петровичу нашему рубль дал, он Ольгу-то и пропустил. Но уж за ночь-то я ее поговорил. Молодец! Ура!
Только ты, Володя, с поцелуями поосторожней. Это почему? А через поцелуи инфекция передается. Не читал, что ли? Где же это написано? Правда. Ну да. Да. Будет, правда, всякую ерунду писать. Какую ерунду? Правда, это... Ты что-то правда читаешь? Передовую. А надо читать фельетоны Ильфа и Петрова на последней странице. Вот там все написано. Кто фельетоны? Ага. Федя, отстань от ребят, они к твоим шуткам не привыкли. Угу. Что ты колбасу-то так ешь, а? Да, и ребенку-то хоть. Он колбасы такой с рождения не видел. На мальчика. Небось, из тарксина. Откуда же ей взяться еще? Конечно, из тарксина. Я одну вещицу туда отнес. Только, Витька, ты моей не говори, а то она меня самого в тарксин свезет. А вы, наверное, в ДЛТ ходили, да? Там ведь новый тарксин открыли. Да, в ДЛТ, на второй этаж. Чего там только нет. Господи. Боже мой, чего там только нет. А знаете, почему ДЛТ назвали? Дом Ленинградской торговли. А должны были назвать ЛДТ. Ленинградский дом торговли. А почему не назвали? Почему? Почему? Ну, ты писатель, тебе видней. Я не писатель. Я корректор. Не назвали, потому что ЛДТ – это Лев Давидович Троцкий. Ура! Федя, ты дошутишься? Давайте-ка лучше за 1 мая, а? Давай. А? Давай. Ура! В 1937 году я уже был большой и сам дошел с папиными друзьями до Дворцовой площади. Перед нами шел оркестр и громко играл, а мы все пели. Я уже знал буквы и умел немного читать. Один плакат меня просто потряс, но спросить папу, что там написано, все никак не удавалось. После демонстрации все пошли сдавать портреты. Ну что, Маш, ты с нами? Нет, я же с девочкой везде ходила, договорилась встретиться в Невского саду. Маш, сколько времени прошло, как Невский садовый переименовали? А вы все старорежимными названиями пользуетесь. Я, чтобы не перепутать, ну, представляешь, назначаешь свидание. Встречаемся 1 мая, угол 25 октября и 3 июля. И что, ну, как не запомнить? Голова, Маша, у тебя слабая. Все не тем занята. Ладно, ладно, пусть бежит девчонка, как дальше. Вокруг, товарищи, вокруг! Вокруг! Приготовились! О! Видел я ее подружку. С такими усами. С нами не было дяди Феди. Он и в нашей квартире уже не жил. Папа говорил, что его забрали. Зато дядя Володя пришел со своей женой, тетей Олей. Олька, пойдем, пойдем, пойдем. Может, лучше в кафе пойдем? Оленька, у нас же традиция. Крутиться, вертиться, шар головой. Крутиться, вертиться над головой. Крутиться, Володя. Вертиться хочет так. Упасть. А мы вчера с Оленькой в кино ходили, на юность Максима. А, подумаешь, я еще год назад смотрел. Так мы-то в третий раз. Сейчас, говорят, продолжение выходит. Возвращение Максима. Черков, говорят, хорошо играет. А мы с Лёшкой в ТЮ сходили. Как этот спектакль называется? Не помню. Ну вот, вот водите тебя в театр. В общем, Черков там тоже главную роль играет. Ладно, ладно. Интеллигенция. Давайте к столу. С меня причитается. Он у нас теперь мастер вместо старого. Сколько тебе положили? Ну, думаю, рублей 300. Теперь сберкнижку заведешь. Ну, ладно. Ну, будь здоров. Спасибо. Да, а жить все-таки стало лучше. Хоть дорого, а все можно купить. Давайте выпьем. За Иосифа! Виссарионовича! Конечно, за Сталина! Ура!
Папа, кого Сталин хочет съесть? Да ты что? Ты что говоришь-то? Где слышал? А когда мы шли, на плакате было написано «Заем». Кто дурак, а? Заем! Заем, а не заем! Понял? Да. И он у меня в школу идет, вот. Учится читать. На. Чем так читать лучше? Совсем безграмотным ходить. Ага. А сейчас действительно не знаешь, что читать. Ну. Вот мы в техникуме учили азбуку коммунизма, Бухарина, ага. А теперь его арестовали. Пойду-ка я за стаканами схожу к нашей подруге. Надо было идти. Да. Так, только без детей. А то с таким ребенком пойдешь, не знаешь, с кем выйдешь. Чего ты к нему привязал? Он не виноват, что на плакатах пишет, что ничего не понять. Какой сегодня праздник? 1 мая. 1 мая, понял? Он у меня политграмотный. За 1 мая, ура! Последнее письмо от отца мама получила в конце 42-го. А потом пришла похоронка. Мама всю блокаду прожила в Ленинграде. Выжила чудом, наверное, потому что получала армейский паёк. Шила военную форму в каком-то УВР-2. Меня же из Ленинграда эвакуировали с интернатом. После войны маме удалось выхлопотать разрешение на мое возвращение в Ленинград. Так что 1 мая 46 года я встречал в Ленинграде с ребятами из бывшего нашего класса. Правда, от класса мало кто остался. Многие переехали, кто-то еще не вернулся, а кто-то и вообще погиб. В нашу парадную со мной пошли Николай с Наташей и Серега. Серега, как всегда, важничал. Еще бы. Сегодня он нас угощает. Ну что, ребят, сюда? Чья это машина? Нас вообще не попрут отсюда, а? Да не, ничего. Тут до войны часто машины стояли. А это другая. Трофейная. Ну, показывай свою парадную. Сохранилась. Я боялся, что дом разбомбят. Парадная как парадная. Ничего особенного. А мне нравится. Правда? Я когда в Ленинград приехал, сразу хотел сюда зайти. Да вот никак было. Наконец собрались. Для меня это тоже память об отце. Классный себе чего принес? Ого! Где достал? У отца стянул. Он тише, это не нам будет за нее?
Да он и не заметит, у нас такого добра много. А откуда у него? Откуда? Откуда? От верблюда. А у меня сало. Тетка из деревни прислала. Мать разоряться начала. Куда тянешь, иждивенец. А я ей, ты на иждивенца карточки получаешь? Моя доля. Что, с ума сошел? Взял и убежал. У меня хлеб только. Ну и что, у меня котлета, а хлеб я не взяла. Все. Стаканы кто-нибудь взял? Серега. С меня вино было. А, сейчас. Ты куда? Да здесь одна квартирка есть. Мы здесь всегда раньше стаканы брали. Что надо? Извините, вы нам стаканчик не дадите? Какой стаканчик? Да нет, у меня никакого стаканчика. Мам, скоро что вернем. Вы все время шляетесь и шляетесь? Понаехала в Питер с коварей. Ладно, ребят, давайте с горлышка. Угу. За твоего отца. У меня бабушка в блокаду умерла, и дядька на войне погиб. За них, за всех. Молодец, батя. Хороший портвейн для сына приберег. Я тут уморительное стихотворение в журнале прочитал. «Возвращение Онегина» называется, как он в Ленинград приехал. Сейчас вспомню. А ты глотни, может, память прояснится. За что будем? Чтоб экзамены сдать. И чтобы лето скорее наступило. Ну что, вспомнил? Вот это место помню. В трамвай садится наш Евгений. О, бедный, милый человек. Его непросвещенный век не знал таких передвижений. Судьба Онегина хранила, ему лишь ногу отдавила. И только раз, пихнув в живот, ему сказали «идиот». Он вспомнил старые порядки, хотел дуэлью кончить спор. Полез в карман, но кто-то спер уже давно его перчатки. За неимением таковых замолк Онегин и затих. И... Нет, дальше я не помню. Там большое стихотворение было, целое поле. Ты где это прочитал? Дай мне прочитать. Это мне Вовка из правильного класса журнал дал. То ли «Звезда», то ли «Ленинград» называется. Ты у него попроси. А мне не понравилось. Нельзя так Пушкина переделывать. Подумаешь, Пушкин. Я твоего Пушкина такой читал, ты ахнешь. Ладно, ребят, давайте еще по глотку. Наташка, ты начинаешь. Нет, я больше не хочу. Пей. Пей, я что, зря что ли у отца воровал? Хочешь, помогу? Че ты лезешь? Сказано тебе, не будет она. Тоже мне защитник нашелся. За котлетку продался. Слушай, да тебе какая разница, чьи котлеты? Ты, между прочим, их сам ел. Ребята! Что, с ума сошли? Все. Хватит. Все. Давай, за 1 мая. Не буду я его вино пить. Не хочет, как хочет. Нам больше достанется. За 1 мая. Ребят, ты чего? Ну, праздник же, ну. Смотри. Что он со своим вином? Ну, это был мой первый праздник после службы в армии. В конце 51-го года нашу часть перебросили на Дальний Восток. И мы решили, что из-за войны в Корее нас вообще не демобилизуют. Но в марте вышел приказ, и я успел вернуться в Ленинград к майским праздникам. Это что, 5-я пятилетка? Ну, аккуратнее только. Нам ее еще носить и носить. Подожди, подожди. Рихимович, давай помогай, не сачкуй. Сейчас тебе не арифмометр крутить. Тут работать надо. Стой, портрет отдельно, подожди. Давай. На Дворцовую площадь я ходил с заводскими ребятами. Со школьными друзьями повидаться не успел. Только до Наташи дозвонился. Договорились встретиться после демонстрации. Я уже думал, не дозвонюсь. Кто занят, то говорят, дома нет. Я думал, ты со мной разговаривать не хочешь. Дай мне! Ты новая соседка. Она целыми днями висит на телефоне, когда нам звонят, говорит, что нас нет. Конец коридора ленится. Говорят, у нищих слуг нет. Может, и темно устроить? Ну, я к черту.
я без тебя сюда приходила. Это с кем еще? Что думаешь, мне не с кем? Успокойся. С подругами из института мы даже вина выпили. А в эту квартиру за стаканом не заходи? Нет. Мне кажется, там совсем другие люди живут. Мы когда здесь стояли, они из квартиры выходили. Такая семья симпатичная. Представляешь, они даже с нами поздоровались. Как будто мы здесь всю жизнь стоим. Знаешь, я в армии рассказывал про нашу парадную. Кто-то смеялся, а многие понимали. У меня приятель Гриша был. Он просил после демобилизации обязательно его привезти сюда. Он сержант, на год больше служит. Слушай, а ты после армии чем заниматься будешь? Я же работать пойду. А почему ты в институт не хочешь поступить? Ты хорошо учился. Матери надо помогать. У нее зарплата, и сестра учится в школе. Так учись и работай. Я вон отца уволили, я в институте уборщицей работала. Обидно, всякие балбесы дипломы получают. А ты без образования останешься. У нас он парень не учился. Он же посмотрел на портрет Льва Толстого и сказал, что это за хрен в толстовке. Может, им шутил? Да, конечно. Он вообще на лекции не ходил. Не то, что портреты писателей. Он преподавателя этого лицо не знал. За что твоего отца уволили? Ни за что. Как безродного космополита. Какого космополита? Он же у тебя инженером был. Ладно, потом как-нибудь объясню. Ну что? Пойдем. Нам сегодня нечем отмечать. Ну, пойдем. Я так и думал, что я вас здесь найду. От меня не спрячетесь. Ну, ты когда приехала? Неделю назад. Нас первым демобилизовали. И никак не мог ко мне зайти. Я совершенно случайно узнаю, что ты уже в Питере. М? Ну, послушай, там домоуправление, военкомат, там везде очередь. Оправдывается, оправдывается. Ну, ладно, ну, ну почему мы не празднуем встречу? У меня нечем сегодня. Правильно, правильно. А я на что? А? Ух ты. Ну, давай, 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 давай. Ну? Ну? А ты будешь? Здесь? Сейчас? Из горлышка. Конечно, буду. Ну? Ну? 1 мая. Президиума. Давай.
Так и сколько можно ждать вас? М? Что? Леш, смотри. Николай себе часы купил. Господи. Это я заставила. А то, знаете, как-то неудобно в возрасте подходить и спрашивать, дяденька, сколько сейчас времени? А дяденька или на утек кидается, или головой мы с тобой. Я, между прочим, и без часов никогда не опаздывал. Не то, что некоторые с часами. Это ты мне? Да. Наша колонна час за мостом простояла, не пускали. Куда крапус дели? С моими остался. Отец уже на демонстрацию не ходит, болеет. Так, девочки, все, сервируйте стол. Иди, анекдот рассказали только что. Сталин Горького вызывает в кабинет, говорит. Алексей Максимович, все мы очень любим ваш роман «Мать». Не могли бы вы написать роман «Отец»? Он говорит, да, Иосиф Виссарионович, я попытаюсь. Ага. Попытайтесь, попытайтесь. Попытка не пытка. Правда, Лаврентий Павлович? Так, ну и чего? Не понял? Я тебе говорил, до него как до жирафа доходит. Попытка не пытка, а тут еще бегай. Да понял, я понял. Да ладно тебе. Я тебе говорил, у него с чувством юмора совсем плохо. Да ладно, я тоже могу анекдот рассказать. Сталин потерял трубочку и говорит Берии. Хватит анекдоты травить. Давайте. Это же мне анекдоты рассказать. Ну что это такое, а? А потом говоришь, что чувства юмора нет. После расскажешь. Алексей, тост. Ой, ребят, дайте я скажу. Давайте выпьем за весну. Вы знаете, вот у меня такой весны никогда не было. Вот, кажется, ребенок маленький, живем у родителей. Алексей работает, учится, дома никогда не бывает. Это тост или речь прокурора? Да. Сама же хотела, чтобы я учился. Ну ладно, все, извини. Вот, кажется, живем не просто. Тревоги нет. Да. Вот раньше она была, а сейчас нет. Прошла. Как будто камень с сердца свалился. И кажется, все хорошо будет. Сын вырастет, Алексей институт закончит. И жить будем спокойно. Я, наверное, как дура, глупости какие-то говорю. Да нет, нет, ты очень хорошо сказала. Мне бы так никогда не сказать. Ну, ура! 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 Ура, ура! Ура, ура! Ура. И за короткую субботу. Нет, ну это уже следующий тост. Хорошее вино это какое? Грузинское. Грузинская? Mm-hmm. Слышали, что там было? Там же было восстание против Хрущева и Булганина. Так что я бы сейчас грузинские вина не советовала, подсыпят еще чего-нибудь. Девочки, кто боится пить вино, я предлагаю перейти на водку. Да. Здесь, сейчас. Из горлышка. Тогда мне точно конец, вина тут не переношу. Кать, вы когда с Николаем поженитесь? Угу. Уже пора. Я не знаю, у него спроси. А вот мне на женитьбу чувства юмора не хватает. Гад, да? Бог. Ну как я на тебя могу жениться, если ты мне даже слова не будешь сказать? А тебе ничего не надо говорить. Скажи только да. Вот и все. Да? Да. Нет, я лучше то скажу. Катя, ты только его не перебивай. Иначе в девках останешься на всю жизнь. Да нет, я хочу выпить, ребята. За тех, кого с нами сейчас нет. За тех, кто погиб в войну. Да и после войны. Ну, за твоего отца, Леш. За дядьку моего. За них, за всех. Чокаться не будем. Вы не беспокойтесь, мы уйдем скоро за собой, все уберем. Бать, давай за 1 мая, а? Водочки. А ты вылитый отец. Ты же сын Виктора Попова. Да. Извини, забыл, как тебя зовут. Алексей. Значит, Алексей Викторович. А меня ты не узнаешь? Я вместе с отцом твоим работал. Меня Иван зовут. Иван Степанович. Очень приятно. Мы сюда каждый праздник заходили. Вспомнил? Я вспомнил. Я помню.
А папа? Да я знаю. На фронте погиб. Я когда освободился, я к твоей матери заходил. Вы сидели? В 44-м в окружение попали. 2 дня всего. Все равно. Бать, давай за 1 мая. Спасибо. Да, ну вы не подумайте, что я на Шельмачка. Ну что? У меня деньги есть. Со мной расплатились. Там. Деньгами. Я ведь еще в прошлом году вернулся. Считай, что повезло, другие не вернулись. Ну, да ладно. Чего об этом говорить? За 1 мая? Ура. 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 Ремонт сделали. Наверное, к празднику, да? Ах, еще красочкой пахнет-то как. Ох. А эти следы войны так и не оттираются. Навсегда останутся. Ну? Что, космонавт, где брата оставил? Дома. Дома. Да, у него зубы пошли. Наталья измучилась, ночами не спит. Так, вы 12 апреля на Дворцовую ходили? Само собой. Повел я его. А? Народу! Как на демонстрации? Нас чуть не задавили. Этому-то весело, понимаешь, а я испугался. Меня не задавили. Но. И самое-то интересное, что ведь никого не организовывали. Да. Люди сами пошли. Давай за Гагарина. Слушай, может, не будем, я все-таки с пацаном, и Наталья обещала пораньше прийти. Может, пойдем к нам? Нет, не могу, у меня дела. Ну, понятно. Ну так, немного. Давай выпьем. Смотри, я же специально мерзавчик взял. И рыбка, смотри, какая. Ай, вкуснота. Пальчики оближешь. Ну, за первого космонавта. За советского. А? Ну, тюнь. А. Стой, а ты не как селедку надел? Ты чего так на демонстрацию вырядился, а? Да, понимаешь, забыл тебе сказать. Угу. На днях начальником технического отдела назначили. Вроде как в форме надо быть. А. Ну, я похожу первое время так, а потом сниму.
Ненавижу галстуки. Так с тебя прочитается. Ну, само собой. Ну, торопиться не будем. Может быть, другой повод будет, да? Дядя Коля нам поможет. Не хочу сглазить. О, здравствуйте! С праздником! Здравствуйте! Здравствуйте! С праздником! Ну что, в отпуск едете, да? Переезжаем! Поздравляю! Нам квартиру новую дали. Ух, поздравляю. Спасибо. Все вещи вот на машине отправили, а вот это осталось. Поздравляю. Спасибо. Вы уж нас навещайте. А как же, обязательно. Вы же часть этого дома. Конечно. Мы вас как видим, так сразу понимаем. Весна пришла. 1 мая. Может, на ход ноги? Ой, нет. В другой раз. Все, поехали. До свидания. До свидания. Везет же, блин. Знаешь, не хотел тебе говорить, но мы тоже должны квартиру получить. Завод, дом построил. Обещали дать. Отлично. А где? Да, далеко. На Поклонной горе. Наталью повез показывать. Сели в трамвай, едем 30 минут. Уже дома кончились, лес начался. Наталья в слезы, ты говоришь, куда меня взяжут, люди здесь не живут. Ах, она же все время жила в центре. Тебя, говорит, наверное, на 101 километр выселяют. Я, знаешь, сам испугался. Думаю, может, мне эта квартира-то приснилась. Но тут мы приехали. Да. А сколько комнат? Ну, вообще-то, знаешь, 2. Смежные. Кухня 5 метров. Балкон. Знаешь, ну, такую где-то в длину и в глубину. Таком, да. Тещина комната. Да, везет. Ну, будешь теперь в ванной лежать. Не-не-не. Это Наталья, пусть он с ребятами. А мы с тобой в баньку с Венечком. Я тоже с вами пойду в баню. Хорошо. Вон, мужик, ну-ка дай 5. Может, и мы нальем? Рехнулся, что ли? Ладно, давай допьем, и я пойду, Наталья ругаться будет. Потом спрашиваешь, почему я не женюсь. Ну, давай. За твою квартиру. А, рано еще. Давай. 1 мая. Да. Ура! 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 Хватит, а? Ребят, извините, вы бы не могли в другую парадную перейти? Ну, чувак, ты даешь. Мы сюда первые пришли. Вообще-то, это наше место. Я сюда 30 лет хожу. Папаша, да столько не живут. Сказано, вали. Значит, вали отсюда. Столько не живут те, кто взрослым хамит. Ну-ка бегом домой уроки делать, а то я сейчас в дневниках такую запись сделаю. Оля, я не хочу здесь драться, не то место. Ребята сами уйдут.
по-хорошему, правда? Ты хоть знаешь, на кого ты тянешь, а? Да меня здесь весь район знает. А, ну понял. Понял, да. Ну да, наш заяц свистнул, вся кодла набежала, да? Слушай, ты меня сейчас не свистеть! Ты меня сейчас шепелявить будешь! Ну ладно! Понял? Ладно, хватит! Ладно! Ну, если вам так приспичило... А вы не уходите, мы сейчас вернемся. Давай, давай. Вали. Собирай кодлу и побольше. Хорошо, девчонки в магазин пошли. Гопников этих не видели. Да эти пацаны должны спасибо сказать, что Таньку мою не встретили. Она бы им быстро глаза повыцарапывала. Ха. Чего ха-ха? Я сам ее иногда боюсь. А ты когда женишься? Да что вы ко мне привязались-то с этой женитьбой? Ну, женюсь я. Женюсь. Женюсь. А куда я ее приведу? Матери в комнату за шкаф. У меня сестра до сих пор на раскладушке спит. Да? На меня ведь только девки из общежития клюют. Да и те, что попроще. Ерунду не пари, на тебя девки всегда заглядывались. Ну, может, какие-то и заглядывались. Только такой, как твоя Наташа, у меня никогда не было. Наташа, мало других хорош. Да ладно. Хотя так. Жить негде! Женишься, на очередь станешь. Ага, и буду стоять, пока в гроб не лягу. И потом, меня на очередь не поставят. Ты же говорил, у тебя норма на четверых. Так она была, пока я дурак печку не снес. Пришла комиссия измерять, и все так... И полметра мне приписали. Все, Алис капут. Хоть заново печку складывай. Все. Поеду я на север. Деньгу зашибать. Чего? Руки у меня есть. Профессия тоже. Ну где вы шатаетесь? Я уже весь на слюну и зашел. Че разорался это? Коньяк дешевый искали. Везде только по 6 рублей. Пришлось взять. О, где вы ресторан-то устроили? Мы столько денег потратили. Можно было в ресторан сходить. Или в север. Между прочим, ты давно обещал. Да ладно. Я тебе 9 мая схожу. Вы слышали, 9 мая выходным днем делают? В честь 20-летия Победы. Да ну? Да. Так вот давайте на День Победы к нам. Ты же давно у нас не был. Ага. Вы забрались в тьму таракань. Тьму таракань. Но все равно. Вы там живете, вам виднее. Когда вам уже телефон установят? А ближайшие 10 лет не предвидится. Нет, серьезно, давайте приезжайте к нам. Магнитофон послушай. Ты же не знаешь, я купил. Днепр. Музыка отличная. Высоцкого слышал? Ты какой Высоцкий? Да ты че? На мороз! Порвали мороз! Каюсь! 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 Я тебя прошу, прекрати, сейчас соседи выйдут, милицию вызовут. Ну, помешался на своем Высоцком, уже совсем... Тебе же самой нравится, нравится? Ну, нравится. Нравится. Ну, не в твоем же исполнении, совсем помешался. Ну, честное слово, домой приходит, магнитофон берет, включает микрофон и давай мемуары наговаривать. Чего? Что ты несешь, Анна? Да ладно. Что, какие мемуары? Ладно, все. Так, воспоминания об отце, о детстве. Вот пацаны вырастут, им, может, интересно будет. Нет, серьезно, давайте 9-го к нам переночуете. Коль, давай поедем. Я же у них никогда не была. Я хоть посмотрю, как отдельная квартира выглядит. Услышала про переночевать. У них же дети. А ты по ночам в постели так орешь, что дети же заиками станут. Ну, знаешь. Ты что меня позоришь перед друзьями? Ищи себе тихую, чтобы в постели в носу ковыряла. Ребята, тихо. Ладно, все, хватит вам ругаться. Ну что вы, приедете. Детей мы к родителям отправим. Посидим. Ну что ты? Ладно. Ну все, ну все. Ну все, 9 мая мы у вас. А сейчас за 1 мая. Ну-ка. Ура! 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 Слава! Людям науки слава! Слава!
Уже второй год я пойду к нашей парадной один. Прости, Павлик, вдвоем. Ты у меня молодец. Брежнев с Косыгиным! Пропустите! Отойди, отойди. Николай уже 3 года колымит на севере. Зарабатывает на жену и квартиру. На днях Николай прислал открытку. Пишет, чтоб на майске я ждал его на нашем месте. Папа, где дядя Коля? Придет, придет. Павлик, подожди. Писал, что приедет. Наверное, не получилось. Ну что, пойдем домой. О, ты борода! Я уж думал, опоздал. Ну, здравствуй, Павлик. Как дела? Хорошо. Хорошо. Я уж думал, ты не приедешь. Ух, подросток как. Да ну ты что, я вчера прилетел, у меня тут дела кое-какие были. Я же не виноват, что вам телефон до сих пор не поставили. Ну, пошли. А где Наталья? Дома. А? Готовит, нас ждет. Да. У нее в прошлом месяце отец умер. Да ты что? Да, он же болел. Второй инфаркт. А сколько это ему было? Только на пенсию вышел. Жизнь ему нервы попортила. Подожди, он вроде не сидел. Сидеть не сидел, но каждую ночь ждал, что за ним придут. Он на заводе же был, замначальника цеха. Приходил на работу там каждый день. То одного, то другого уводили. Толковый мужик был, изобретатель. У него этими грамотами и авторскими свидетельствами стол засыпан был. К счастью, не арестовали. Не арестовали, только уволили. Но запугали на всю жизнь. Он до последних дней просил потише говорить, чтобы соседи, не дай бог, чего не услышали. Приемник себе не покупал, чтобы не подумали, что ловит BBC. Да. У меня мать тоже. Она всю блокаду здесь пробыла. Теперь все остатки хлеба сушит. Да, потрепала жизнь наших стариков. Ну, как съездил? Отлично! Вот, думаю, еще на 3 года завербоваться. Вот, это вам. У вас, кажется, таких нет. Я тоже на это надеюсь. Вешалку из них сделайте. На, держи, играй. А где старшего забыли? К приятелям пошел. Сказал, что ему здесь делать нечего. Как говорит моя гуманитарно образованная жена, распалась связь времен. Обидно. А то. Я думал, это у нас навсегда. Ну ничего, может быть, Павел. Не знаю. Говорят, хочешь вырастить эгоиста, роди ребенка. Хочешь вырастить 2 эгоистов, роди 2. Наталья балует их. Но с другой стороны, если есть возможность, пускай. Главное, чтобы воевать не пришлось. Продаманский, слышал? Вам почту что? Раз в год привозят? На этих? Я 3 письма за 3 года от тебя получил. Между прочим, мы там радио слушаем. Да, есть такая штука, Попов изобрел, да. И по этому самому радио мы знаем, мы слышали, да, что наши китайцам... Будьте нати, как вот наваляли. Слушай, изумительный анекдотец. Объявили китайцы нашу войну. И первый день... Сдалось 1 миллион человек. Во второй день 2 миллиона человек. Слышал я этот анекдот. Фу ты! Да ну... Ну всегда так! Вот твоя мамка с твоим папкой никогда не дают мне анекдот до конца рассказать. Все не знаю. Все знаю. Ладно, ты не обижайся. Я же не виноват, что до тебя до последнего доходит. Я еще в школе это замечал.
Пап, ну вы пить будете или сразу домой пойдем? Мальчик прав. Ну чего мы болтаем? У меня есть. Я принес. О, нет, ну это перебор. Нет, мы Павлику нальем, да? Вот старшему не наливали, а? Ты видишь, что получилось? Никому заветы отцов передать. Никому. Мы ему мороженое купим на обратном пути. О, правильно, да? За каждый тост по мороженому. Ну? Ну, давай. За 1 мая. Ура. Ура. Угу. Леднинка. Паша. Слушай, а что с Татьяной? Что-то я из последнего письма не очень понял. Да видишь ли, в чем дело? Хахаль у нее завелся на заводе. Как поет твой Высоцкий, разлука мигом пронеслась, она меня не дождала. Но я прощаю, я все прощаю. Ее, как водится, простил, а тот, кто вот, раньше вот, с ним... Вот я и думаю, не набить ли ему харю. За что? Ты сам знаешь, что не за что. Хочется. Сам виноват. Тянешь до последнего, пока у них терпение лопнет. Так вот бобылем останешься на старости лет, некому будет за бутылкой сбегать в магазин. Ничего, сам доползу. Тем более, ты правильно сказал. Дети, они вырастают в эгоистов. Ну и что? Зато они нас любят. Любишь отца? Люблю. А вы еще пить будете? Домой хочешь? Нет, я еще подожду. Правильно, мы же обещали за каждый тост по мороженому. Молодец! Умный мальчик! Пашка! Давай. Ну, давай. За детей. За Наталью. Ура. 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 Ура! В этом году я на демонстрацию не пошел. Перед самыми праздниками умудрился подхватить грипп. Павел рвался на Дворцовую с приятелями из класса, но Наташа его не пустила. Ей кажется, что он все еще маленький. Витя пошел на демонстрацию с институтом. Когда я попросил его передать привет нашей парадной, посмотрел на меня как на умалишенного. Хорошо, что вслух еще этого не сказал. Пожалуйста, что я на демонстрацию. Ну давай. Ну что, обалдели, что ли? Здесь уже полчаса парад, понимаю. Ура! Столько гегемон никогда в жизни не видел. Уже хотел уходить. Да, демо-кировский завод пропускали. Они рабочий класс, а мы прослойка. Вот нас между кировским и электросилой пустили. Другого места не могли найти? Нам обязательно надо было прийти на демонстрацию. У меня и так зачет по истмату не стал. А ты считай, что проявил солидарность с финскими трудящимися. Они на тебя уж несколько лет работают. Отличное место. Во всяком случае, лучше, чем на гостинке от ДНДшников шарахца. Давненько я здесь не был. Вот, значит, где твой предок водку жрет. Традиция. Он еще до войны сюда с дедом ходил. Да, хороша традиция. По породникам водку трескать. А он сегодня-то сюда не заявится? Нет. Его мать не пустила. У него температура. И потом его кореш, дядя Коля, не приехал. Бывает парадные и получше. На, тебе виднее. Дурак. Ничего. Показывай, что принес. Все, фирма, не фуфло какое-нибудь. Смотри, автомат. Тебе как родному за 35. Да. Не, меня дома насмех поднимут. У меня отец вообще считает, что настоящий мужчина не должен ходить с зонтиком. Серость наша российская. В Европе все мужики давно с зонтами ходят. Ну что? Ну, как знаете. Так, ты мне сигареты просила.
Два с полтиной пачки. Саша. Ну что, Саша? Ну, хорошо, по два. Ну что, я сам по этой цене брал. Так. Скажи. Джинсы. Смотри, чистая Америка. А, да не, у меня есть уже. Чего у тебя есть? Как? О. Это что, это вот это польское ты называешь джинсами, что ли? Просто. Покажи, это джинсы, что ли, по-твоему? Ты стишок в школе учил? С мусором выносят ведра? В джинсах польской фирмы Одра. У меня чистая Америка. Подожди, а какая фирма-то? Купер. Все мужчины супер. Носят только фирму Купер. Ну? Тебе как родному, за 70. Ну что, дорого, что ли? Да нет. Просто все равно родители-то не дадут столько. Смотри, чистая Америка. Мне тоже смотри, батя сказал, что больше 10 рублей за штаны грузчика он мне не даст. Ну пусть батя в галифе и ходит. Да он и ходит, он же военный. Да. Слушай, а у тебя колготки есть? У меня все есть, даже недельки, выбирай. Так, среду и четверг возьму. А ты в остальные дни недели в чем будешь ходить? Слушай, отвалять, да? Вадим, не пошли. Слушайте, вы будете брать джинсы или нет? Я что, зря через весь город перся с ними? Слушай, Вить, а может ты мне одолжишь, а я тебе со стипендии по частям отдам? По частям тела? I'm sorry, мадемуазель. Слушай, у меня сейчас нет таких. А давай в долг? А что, я отдам? Отдам, точно. Ну, ты точно отдам. Ну ладно, где наша не пропадала? А? Честное слово, да. Но только вы должны съездить со мной в кемпинг. У меня там встреча с Фиником, он должен товар привезти. Ну ладно, ну постоите всего на стрёме, делов-то. И себе что-нибудь забашляете? Не, я не поеду. Да что? Из института могут за фарцовку выгнать. Я столько лет в деле еще ни разу не попался. Ну давайте, соглашайтесь. Но там за бутылку водки хороший плащ можно взять. Слушай, а может я с тобой съезжу, а? Ну да. А потом мне тебя от пьяных финских лесорубов отбивать? Да ладно. Я поеду. Заметано. Так. Вот. Угощаю. Так, возьмешь мне колготки и... Ну. Так, это еще что такое? А ты что здесь делаешь? Я так с ребятами гулял. Родители знают, что ты здесь? Нет. Я им сказал, мы в парк пойдем. Ну и? Я ребятам хотел парадную показать. А вы здесь семейный музей устроите? Ага, склад пустых бутылок за последние 100 лет. Не ваше дело. А где пацаны? Они там стоят. Вас боятся. В общем так, проводи экскурсию, а мы пошли. Марин, ты с нами? Это твой брат? Не похож. Пошли посидим где-нибудь. Ты идешь? Я сейчас вот догоню. Ладно. Я не скажу, что я тебя здесь застукал, но и ты молчи. Я не хочу, чтобы отец знал, что я сюда хожу. Понял? Понял. Серега, Коль! Сергей Иванович, отгул-то мне будет. Я вон плакат нес.
плакат полдня положен. Я и 7 ноября тоже нес. У вас должно быть записано. Ты 16-го цеха? Да. Ладно, я скажу твоему начальнику. Что ли? Народ. Раньше у людей энтузиазм был. Это оставь себе, давай вон. Вот у нас Нахимович работал. Царство небесное. Здравствуй. Какими судьбами? Да я просто знал, что ты сюда придешь. Ну да. Ты же меня считаешь ненормальным. Почему ненормальным? Просто легко предсказуемым. Зато я вот не понимаю, что ты за человек! Домой вернешься? Но все равно ведь это тебя бросило. А я же ты хорошо информирован. Куда возвращаться? В проходную комнату пополам с братом. А мы не в таких условиях жили. А ты все хочешь сразу. Учился бы, закончил, пошел работать. Я и учился, и работал. И с тобой возился. А ты? На всем готовом, и то не смог. Ты про институт знаешь. А я не жалею. Что я потерял? Диплом инженера? Оклад 100 рублей. Много вы с мамой за всю свою жизнь скопили. Я вас как-нибудь сам. Ну, конечно. Ты же у нас этот. Че ты молчишь? Фарцовщик. Да. А что плохого в том, что я покупаю у тех, кто хочет продать? И продаю тем, кто хочет купить. Во всем мире это называется бизнес. Ты покупаешь у иностранцев. Ой, только не пари чушь про честь страны. Между прочим, ты своими ботинками позоришь эту страну больше, чем я. А чем тебе? Мои ботинки не нравятся, между прочим, лучше иностранных. Я в них 3 года хожу. Вот! Вот про это я и говорю. Да ты пойми, что ботинки ценятся не только за их прочность. Да вы ж себя всю жизнь обманывали! Что такое твое 1 мая? Зачем оно нужно? Солидарность непонятно с кем? Лозунги, в которые ты не веришь? Вожди на трибуне, про которых ты рассказывал анекдоты. Знаешь, зачем тебе эта парадная нужна? Это цель, которую вы себе выдумали. Это оправдание того, что ты идешь в общей толпе и кричишь «Ура!» Суррогат личной свободы. И это вы передаете в наследство, правильно? Потому что больше нечего. Ни собственного дела, ни имущества, ни капитала. По-твоему, цель жизни – деньги? Ладно. Ладно, ладно. Ладно. У тебя своя мораль, мне тебя не переубедить. Но ты понимал, что то, чем ты занимаешься, преследуется по закону. Ты что, не понимал, что у нас с мамой могут быть неприятности, тебе... Лишь бы твое благополучие! На всех наплевать! Ну, за это прости. Я этого не хотел. Я и спорить-то с тобой не хотел. Я попрощаться пришел. Я в армию ухожу. Вот-вот-вот-вот! 5 раз уже из военкомата с тобой приходили! Больше не придут. Я сам сдался. Когда уходишь? Скоро. Я поэтому и сюда пришел. Свет в прихожей выключи. Нет, свет. И дверь закрой. Профессор, когда прилетите в Вену, обязательно позвоните. Мы вам еще из Москвы позвоним. До свидания. Всего вам доброго. Привет сослуживцам передам. Будьте любезны. И большое вам спасибо. За что? Благодаря таким людям, как вы,
меня никогда не будет ностальгии по родине. Пойдемте, пойдемте. Чего это он? Это он тебя за стукача принял. Да. Это отъезжающие на ПМЖ. Иммигранты. Дураки. Знаешь, как умный еврей должен разговаривать с глупым евреем? Только по телефону. И только из Нью-Йорка. Слушай, а может и вам с мамой? А что, у нее там родственники? Чтоб я этого больше не слышал! Ты с матерью зайдешь попрощаться? Неужели тебе ее не жалко? Если честно, я с ней вижусь иногда. У нее на работе или дома, когда тебя нет. Только я просил, чтобы она тебе не говорила. Да я догадывался по ее настроению. Все-таки зайди попрощаться. На 2 года уходишь. Зайду. Ну что, давай. За 1 мая. Французский. Я такого не пробовал никогда. Пап, ну пожалуйста. Только один глоток, у меня что-то сердце в последнее время тянет. Ну как? Обязательно зайди. А на портрете только 3. Ведь я говорила художнику, чтобы дорисовал в прошлый раз. А он говорит, подожди, подождем, может, еще одну дадут. Тогда сразу 2 на демонстрацию дорисуют. В наше время дорогие художества твоему Айвазовскому самому вот статью нарисовали. Сейчас ведь всем на все наплевать. Пожалуйста. Жаль, что я на пенсии. Сегодня в Питер должен прилететь Николай. Сказал, что везет нам сюрприз. Ой, Наталья в последние годы на демонстрации не ходила. А тут вдруг решила составить мне компанию. Ну, видно, разбирала любопытство. Место встречи изменить нельзя. Угу. Пошли, пошли. Угу. Ты вот, ты какая, да, невестушка такая. О, а у нас гости. Это твой Алексей? И ты что, меня обидеть хочешь, да?
Эй, друг, вставай, остановку проспал. Друг, этот столик заказан. Коля, оставь его. Да? Ну, а как ты себе это представляешь? Здесь колбаска, водка, я сига привез, пальчики оближешь. А здесь посреди стола вот это украшение? Ах ты, поросенок, заливной, с хреном, моржовым. Господи! Мужик! Мужик! Черт! Что, нравится? Забирайте. Я думаю, свой такой же. Ай-яй-яй. А этот, кажется, с третьего этажа. Ну так попросите, пусть заберут. Кому он дома такой нужен? Пускай здесь проспится. Нет, я его здесь оставить не могу. Ко мне скоро гости придут. Ладно, скажу. Да. Вот он, бродяга! Ай-яй-яй! Ну, брат, наседай! Ну что? Ладно. Место встречи изменить нельзя. Да. Ой, вы и думаете одинаково. А, да. Это Ира. Ирочка, познакомься. Вот Алёша и Наташенька. Здравствуйте. Это и есть ваш сюрприз? Да. Это мой сюрприз. Я очень рада с вами познакомиться. Ой, я тоже так рада с вами познакомиться. Коля про вас так много рассказывал. Ну, познакомилась? Мы на 4 дня прилетели. Вера специально под 1 мая отгулы копила. Сегодня никуда! Это что такое? Он с вами, что ли? Нет. Вот вы о нас, северянах, думаете. Этого мы на нашем столе нашли. Я его в угол сгрузил. Тяжелый сволочь. А пьяные всегда тяжелее, кажется. Ага, ну тебе виднее, ты же специалист, да? Я 2 года медрезвителем, сестрой работала. А, понял. Вы там с Николаевой встретились? Ну, вообще... Нет, он у нас на отделении лежал. А что с ним было? Ничего нам не писал. Да ничего, ничего, неси давай. Я вам потом расскажу. Ну, давайте выпьем за знакомство. За знакомство. Ура. А, ох, я вам рыбку привез. Закачаетесь. Ой. Ну что, я слышал, у вас в Ленинграде тоже Олимпийские игры будут проводить, да? Наташка, ты послушай. Это Чукча говорит, у вас в Ленинграде. Так вот, у нас в Ленинграде будут отборочные матчи по футболу. Слушайте анекдот. Хрущев пообещал, что в 80-м году он построит коммунизм. А Брежнев вместо этого устроил Олимпийские игры. Ой. Вера, Вера, они мне никогда не дают анекдот до конца рассказать. Никогда. Дело в том, что все анекдоты сочиняются в Ленинграде и Москве. А одесситы продают их чукчам. Мы не чукчам, их отдам ансийцы. Я смотрю, у вас глаза немного раскосые. Ну, где ты видела хохлов с раскосыми глазами? Они разве что на чужое сало косятся. Я с Днепропетровска, с Украины. Коля, ты не очень-то увлекайся. Ай. Ребята, в чем дело? Да ни в чем. Наташ, ну попробуй рыбку, попробуй. Ну, посмотри, она же во рту тает. Ну. Из тебя. Слышали? За меня пьют, ну давай. Ну, спасибо. А нам к празднику в заказе красную икру давали. Я надеюсь, вы у нас сегодня обедаете. Да, да, нет, да. Нет, да. Вы у нас. Вы... Я столик в ресторане заказал. Все. Никаких возражений никаких. Не принимаем. Нет, 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 нет. Виктора с собой возьмем. Кстати, как он? Ну, поступил в институт, учится. Да? В какой? Стыдно сказать, в торговой. Ну да, да, 20 человек на место. Все у нас теперь в торговлю подались. Куда катимся? Это да. Коля.
Ну, что, младший, пишет? Да, написал. Написал, что в Ташкент переводит. Но я думаю, в Афганистан бы не послали. Ну почему же Афганистан-то сразу? Да. Ну, мало ли, шили мест, где можно служить. Коля, ты где? Коля! Коленька! О, наконец-то. Коля. Вот ваш Коля. Коля, что они с тобой сделали, Коля? А ну-ка быстро выметайтесь отсюда, пока я милицию не позвала. Каждый день из-за вас пьяные приходят. Спокойно. Из-за нас? Послушайте, мы нашли его здесь на подоконнике. Коля, где кошелек? Коля, куда ты кошелек дел, Коля? Положили. Коля, Коля, они у тебя кошелек забрали? Да. Сволочи. Отдайте деньги! Ну, на полушки не делать! Нам детей кормить не надо! Да послушайте, послушайте! Кто из-за вас пропивает? Отдайте деньги! Да может он кошелек свой около этого, около пивного ларька уронил! Да у бабы какой-нибудь оставил, я вот и все! Покажу бабу! Отдай деньги, гад! Это вы с вокзальными путаете, а мой на таких смотреть не может! Так, отдайте тихо. Деньги! Он и на тебя сейчас не смотрит, Коля, посмотри! Возьми своего Колю! Да. Не надо, давай Коля, вызови, пусть идет! Пусть идет, зовет кого хочет! Коля! Коля, подожди, сейчас я милицию вызову! Коля, ну что, милицию будем дожидаться или как? Да ну не соберут же нас в самом деле. Ну, вообще-то я на больничном. Не хотелось бы, чтобы на производство сообщили. Тогда сматываемся. Нет, как поет твой Высоцкий, уж если я чего решил, то выпью обязательно. Давайте. За 1 мая. Давайте. Ура! Ах, тезка-то, тезка. Да, обрадуй Зину. Вам с детьми этого недельки на 2. И хватит. Надо, надо. С праздником. На Коммунятскую ходил, да, демонстрацию? Ему деньги там за это платят, на Коммунятскую. Так, товарищи, не толпимся, да? Не скапливаемся здесь, товарищи. Даем ветерану пройти, да? В чем дело, товарищ? Что он ко мне встает, да? Что он делает? Товарищи, меня арестовывает охранка! Так и сколько можно ждать вас?
давай. Это твоя квартира. Ой, мать, ну... Клоп! Клоп! Ты сделал, а? Чуть не влевай! Мне на женитьбе как раз чувство юмора не хватает. Ну, за первого космонавта, за советского. На север поеду. Ты его зажимай. Всегда, всегда твоя мамка с твоим папкой не дает мне анекдот до конца рассказать. Все знаю. Как поет твой Высоцкий, уж если я чего решил, то выпью обязательно. Давайте. Иди сюда! Давай! Да, иди сюда! Ты, глянь, что сделал-то? Клоп, кто это сделал, а? Это не я. Не я, кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал? Я видел, как всю ночь сюда бегал. Клоп, а ты козел? Клоп, мне теперь соседи кипишь, поды! Ну? А что ты на меня ты орешь? Вон у тебя козел какой-то сидит. Мужик, а ты чего здесь сидишь? А? Ты пошел домой, там и пил. Ты вот спрашиваешь все время, почему у нас все время в подъездах вонь такая? Эти бомжи при Горбатом как тараканы плодятся. Может, это он наделал, а? Смотри, смотри. У него два стакана. Сам собой человек пьет. Вот так вот. Ой, сумасшедших развелось. Деда, ты чего пьешь-то? Водочка. Ой. Ты смотри, достает ведь же где-то, а? В твоем возрасте, дед, пить вредно. Да. Потому что проваливай отсюда. А это, считай, за аренду. Постойте, ребятки. Понимаете, я сюда 60 лет хожу, 1 мая. Такая традиция. А недавно у меня... друг умер. Я оставлю здесь вот немного и уйду. Друг! От чего он умер? От пьянки. Ой. Да ведь он такой же алкоголик был, как и ты. О, а. Потому и сдох. Чтобы вы все скорее передохли. Нам сегодня нечего отвечать. На днях начальником технического отдела назначен. Вроде как надо. Форму. Как говорит моя гуманитарно образованная жена, распалась вся среда. Только ты обязательно зайди.
Оставьте меня ради бога. Ничего страшного, Алексей Викторович. Я сейчас еще принесу. Да все это нести. Пойдемте, я вам покажу. Так, это направо, это сюда, это сюда тоже. Ну? Что? Как тебе мой офис? Хорошо. Опа. Вить. Да ладно, бать, не расстраивайся, еще принесу. Так, да. Колян, настаивай на 20. Да. Будут упираться, дай 22. Все, больше только не давай. Все, я сейчас занят. Бать, ты прикинь, они мне эту квартиру не хотели в нежилой фонд передавать. А я им говорю, это дело принципа, а нас отец учился, принципы дорого стоят. Поняли. И оформили. Ну что, Пашенька, давай ко мне, а? Я тебе найду работенку. Нет уж, спасибо. Врачи тебе не нужны, а переквалифицироваться в управдомы или бухгалтеры я не хочу. Не ты? Хочу. Виктор Алексеевич. А, давай. Подоконник я предлагаю сделать из темного гранита. Ага. Стаканы из светлого мрамора. Ну, можно из цельного хрусталя. Тогда уж. По бокам, да? Угу. Бронзовые статуи предков. Угу. С бутербродами в руках. Угу. А из бутылки бьет фонтан. Прямо в стаканы. Угу. Ну что, интересная мысль. Виктор Алексеевич. А? Это он шутит. Ему мои купеческие замашки не нравятся. Пашенька, я давно понял, что экономия – это трата денег без удовольствия. А я хочу получать кайф. Надо будет, и фонтан сделаем, бать! Сделаем фонтаны? Сделаем. Ты сметку составь. Хорошо. И потом подпиши у зама. Витя. Чтобы ни одна сволочь пальцем не тронула, я здесь охранника посажу. Бать, слушай, смотри, я думаю, вот здесь мемориальную дощку повесить, а? Вот отсюда. Ты знаешь что, ты текстик составь, а я потом... Ладно, я лучше своим девочкам скажу. Вить, спасибо тебе большое, но у меня к тебе просьба, не надо никакого мрамора, а то как какое-то надгробье получается. Я, бог даст, может, сюда еще раз или два приду-то. И охрану не надо. Может, это место людям-то приглянется, пусть люди сюда приходят. Ну, бать, как хочешь. Это твое место. Все, ты здесь хозяин. Бать. Ну. Иди работай. Оля, ну неси уже! Батя, а чё? Батя. На. Ну. За первое мое. Как тебе мой дом? Домик пряник. У меня больниц меньше.
А что ж фонтана-то не поставил, а? Ну, фонтаны я еще не заработал. Алексей, пойди играй. Иди сюда, дом наиграешься. Ой, ты что, у меня теперь дома всегда такое грохотать будет? Угу. Ты что, ему подарок такой купил? Какой? Какой-какой, дорогой, на нервы. Ну, он же должен почувствовать, что у него праздник. Да, но мог бы найти что-нибудь подешевле. Боишься, что он спросит, почему дядя Витя такое может купить? А ты нет. Знаешь, если он спросит это сейчас, я знаю, что ответить. Я его познакомлю с теми людьми, которых я вылечил. Гораздо хуже, если он задаст этот вопрос потом, когда вырастет. Не бойся. Не задаст. Он умный мальчик. Дядю. Ну, как тебе? Здоровская штука. Спасибо, дядя Витя. А дом-то тебе понравился? Понравился. А почему вы старое окно поставили? Понимаешь, как тебе объяснить-то? Ну, стоял старый дом. И каждый год в этот дом, к этому окну приходили люди. Твой прадедушка, дедушка и их друзья. Ну, а потом дом стали ломать. И я взял, снял это окно и принес сюда. А зачем? Ну, сложный вопрос. Наверное, традиция. Дело в том, что дядя Виктор решил, что когда будет передавать этот дом по наследству своим детям... Ты не злась? Ну, да. Он хочет передать им не только то, что дорого стоит, но и что невозможно купить за деньги. Вить, я правильно объясняю? Правильно. Я сам только что понял. Слушай, а давай-ка переходи ко мне работать этим, ну как, психоаналитиком. Вот. А то я сам иногда не понимаю, что я делаю. А я все равно ничего не понял. В отца. Дело в том, что если внимательно-внимательно посмотреть в это окно, то можно увидеть отражение лиц близких тебе людей. Дедушки Алексея, дяди Коли. А вот если прикоснуться рукой к подоконнику, то можно почувствовать тепло их рук. Понял? А я ничего не вижу. А бабушка Ната видит. И я вижу. И даже дядя Витя видит. Ну ладно. Подрастешь, и ты увидишь. Ну, давай перед ужином. За 1 мая. А что такое 1 мая? 1 мая? Это день, когда твой дедушка приходил к этому окну. Да, кстати, у меня для тебя сюрприз. Да? Я музыкальный центр купил. Днепр 11. Ага. Ну как, ж. Красавец? Японский? Сам ты японский. О, нанайский. Минуточку внимания. Алексей, иди сюда, послушай. Алло. Это для тебя. Так. Раз, слушай. Раз, раз. Отец первый раз взял меня на первомайскую демонстрацию, когда мне исполнилось 4 года. Меня посадили на грузовик. Он был украшен флагами, цветами и какими-то плакатами. Там еще стояла большая картина, на которой был нарисован корабль. За 1 мая. Ура! 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 Раз, раз, раз. Наташка, посмотри. Ты кушаешь. Наташа.
Раз, раз, раз. Дай мне, папа. Меня зовут Витя Попов. Я учусь в 4 классе 27 школы города Ленинграда. Я... Что еще говорил? Так и начинай. Павлик, хочешь сказать? Нет. Ну, папа, я... Заправлены в планшеты космические карты. Павлик, ну, громче. Меня зовут Павлик. Умница! Все, обедать пора, потом наиграйся. Ну, пошли. Да слышь, мать ругается. Ведь только не трогай ничего. Папа.